И опять я не согласен. Вот это вам. Да вы всегда вам не какая согласны. Предсказуемость. Я вам еще не сказала про раскладушки вам... Ивана Таллинджера. Нет, нет. Вы меня нужно... вот тут вот с вашим шовинизмом великорусским. Нет, вы понимаете? Подождите, я вам скажу по секрету. Жириновского в великорусском шовинизме сложно обвинять. Так вам а что это было сейчас? Чтобы... Это эскапады. Эскапады. Приведи меня, сразу Ивана Таллинджера включается. В Вашингтоне состоялся... Мне нравится Эстония. Не был давно, но нравится. Была прям та программа, четко все расписано по годам. И тогда предсказуемо. Вся политика непредсказуема. Вся, всегда, во все времена. Нет, вот Трамп непредсказуем. А кто предсказуем, по-вашему? Вы! Вы предсказуемы, Владимир Вольфович, это точно. Более-менее.